тільки, ми ж всі ще не бачили. Бачили тільки ті, хто монтував його. Як вам Надія Дорофеєва у ролі однієї з головних фактів? Прекрасно, прекрасно. Одобрите це рішення? Абсолютно. Заховай, 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 заховай свій останній пазл. Не змітай, не зникай. Команда «Кварталу» знімає завжди класне кіно, і Володимир Олександрович Зеленський сьогодні в якості режисера і в головній ролі. Я щаслива, що знялася в такій зірковій команді, хоч і невеличка роль, але все одно знакова. Я злажав, так буває під небом, миляко, лишняко. Еще не видела, вот сейчас посмотри, сейчас посмотри, такой, да посмотри, так интересно. Миляко, миляко. Спасибо за вопрос, потому что действительно с кастингом была прикольная история. Я помню, что я приехала на Лигу смеха и встретила Вову Зеленского, и он говорит: Надя, я хочу, чтобы ты снималась в фильме в такой-то, такой-то роли. Я говорю: а можно? Я попросила, чтобы он провел со мной кастинг. Я, а не он. Я попросила, чтобы он провел кастинг, потому что я никогда не снималась в кино. Для меня это очень ответственно. Сниматься рядом с такими людьми, у которых колоссальный опыт, у которых сумасшедшие крутые актеры. Как чувствовать себя в роли актрисы? Вот какое оно, когда ощущение? Очень горжусь, очень круто.